А в Таджикистане широко отмечают Навруз. Жители Душанбе с праздником весны поздравил российский фольклорный коллектив «Воронежские девчата». Концерт организовал Русский дом в честь принятия эстафеты «Душанбе – культурная столица СНГ». Артисты показали свои лучшие номера, которые исполняли на многочисленных международных конкурсах. Артисты были так тепло встречены, что подтверждает, что между нашими странами существует эта нерушимая дружба.